Многие жители Краснооктябрьского района были неприятно удивлены, когда их попросили дважды заплатить за домофон. Один раз оно понятно – организации, установившей устройство. Но когда людям пришла еще и квитанция от управляющей компании, они стали бить тревогу. Многочисленные обращения в различные станции не давали никакого результата. И с лета этого года владельцы квартир пытаются добиться справедливости. В дело приходится вмешиваться депутатам облдумы. Что, вы знаете, есть проблемы, которые непонятны, где надо разбираться с юристами, а эта проблема, вот знаете, понятно просто как дважды два. Вот. А дело в обслуживании домофонов. Прописные истины. Домофон ставится, как правило, жильцы заключают договор с той компанией, с той фирмой, которая ставит домофон и потом обслуживает. В некоторых домах отдельные книжечки, там, квитанции и так далее. Что люди и сделали? В данной ситуации, хотя она, к сожалению, в городе не единичная, управляющие компании в платежке указывают также строчку обслуживания домофона, что абсолютно незаконно. Но ситуация еще в чем? Что эта ситуация обостряется, длится достаточно долго. Люди же обращались в различные инстанции. Везде обещают, ничего не делают. Я сейчас посмотрела документы, было обращение в прокуратуру Краснооктябрьского района еще летом. Отвечено, что будут приняты меры на контроле. Сейчас ноябрь, ничего не изменилось. Поэтому я сейчас уже как депутат, хоть это не мой округ, но люди обратились, уже буду обращаться к городскому прокурору для того, чтобы навести порядок в такой ситуации, которая вообще, на мой взгляд, пятиминутный срок может быть решена. Как нам рассказали в центре установки подъездных домофонов Техком «Волга», грешат дублирующими платежками в Краснооктябрьском районе ООО «Жилсервис», управляющая компания «Стабильность», райкомхоз и «Жилье 46». Вот скажите, хоть один человек подписывал договор с домсервисом? Ни одного. И все время нас убеждают, что мы это решили сами, по нашей просьбе сделали, и все делается для нас. На клиентах Техком «Волги» управляющие компании могли заработать порядка миллиона рублей. Штраф же им грозит до 100 тысяч рублей. Одним словом, выгодно. Пока суд не разобрался в ситуации, в компании установщики домофонов советуют. И мы настоятельно рекомендуем жильцам не оплачивать вот эти 33 рубля, которые в платежке. Деньги, конечно, небольшие, но все равно это все равно несправедливо для каждого человека 33 рубля. Но для кого-то и большие деньги считаются. Вот. И мы рекомендуем настоятельно вычеркивать эту сумму и не оплачивать, потому что все равно нужно платить именно с теми, кто с кем заключали договор. Вернуть деньги, заработанные с помощью двойных платежек, возможно. Для этого организация, обслуживающая домофоны, должна подать иск в отношении управляющей компании в арбитражный суд. Пока же правосудие не восторжествовало, горожанам лучше внимательнее смотреть, что им приходит в почтовый ящик.